Так, ну попробуйте с первого раза угадать, что это я задумал, что это я затеял. Правильно, это я замесил тесто для блинчиков, оладушек, на кефире, на сметанке, яичков бил, подсыхарил. Майка наша. М -м -м. Требуешь? М -м -м. Блинчиков хочешь? Так, сейчас, сейчас. Ну вот, какая горка получилась. Вкусных, аппетитных, нежных оладушков. Теперь осталось открыть секрет. С чем же я буду их кушать? Я еще не упомянул, что их можно кушать с вареньем. И с повидлом, но у меня они будут солонинкой. это конечно и коркая, черная или красная. она бывает разных сортов, от разных рыб, лосось, семга, форель, веслонос и многие другие. Аудиокнига своими руками. Студия барабаны судьбы. Читает Александр Водяной. Предлагаем вашему вниманию рассказ Александра Водяного морские каникулы читает автор. Сначала было море, и еще солнце лилось откуда-то сверху, может быть самой высокой сказочной горы. Бег с местными ребятами, до да колика в животе, Задорный смех, мальчишеские загорелые спины и ныряние со скалы. Лайджуль Барса с длинным розовым языком и крепкая рука нового товарища, жирные бычки, испеченные на костре, а по ночам страшилки. Все это было, когда Артем отдыхал на каникулах в морском городке у папиной сестры. Но не сразу. Приехав в эти края с сыном, Борис Петрович не мог надышаться чистым прозрачным воздухом, напоминавшим его собственное детство. Он не был из тех пацанов, которые заплывали дальше всех и ныряли глубже, где вода была прозрачной до невозможности. Самый видный из них, крепыш Глеб, доставал со дна диковинной раковины, а еще он взбирался по крутым склонам, куда никто не решался залезть, и сигал оттуда в воду. Это было опасно, морские волны могли неожиданно кинуть на скалы, поэтому он не сразу показывался на поверхности. Потом неожиданно выныривал, живой и здоровый. «Значит, повезло», — вздыхали мальчишки. «Ведь под водой прятался ряд острых камней. Но уж такой был бедовый этот Глеб. Всюду искал приключений. И Борька будущий отец Артема, не поспевал за ним. Однажды мальчишки помчались в кино самым коротким, еще неизведанным путем, через решетку паркового забора. Большие пацаны лезли через верх, а Борька был поменьше и решил пробраться между вертикальными прутьями решетки. Он померил головой, немножко сдавливает, но проходит, значит, и туловище пройдет. А оно возьми, да и застрянь. Борько вдохнул в себя побольше воздуха, втянул живот, а протиснуться не может. Назад голова уже не проходила, грудь сдавила металлическими прутьями и больно врезалась в тело. Он пыхтел, сопел и в конец разревелся под насмешливый хохот ребят а Глеб поднапрягся и под общее удивление разжал прутье. Смахнув сопли и слезы, Борька преданно посмотрел на своего спасителя. Мальчишки хотели прозвать Борьку «головастиком», но Глеб своих в обиду не давал. Вспоминая детство, Борис Петрович очень хотел, чтобы его сын нашел среди ребят Такого же товарища, как Глеб. День выдался славный, солнечный, но не жаркий, с ветерком. Белый автомобиль остановился неподалеку от бухты, где море шумело по-особому, стыкуясь с волнами, с каменным гротом. Рядом купались местные мальчишки, покрытые южным загаром. Выйдя из машины, Борис Петрович и его сын Артем огляделись. — Ах, да чего же здесь хорошо! — воскликнул Темкин отец. — Это же все мои родные места! Затем он покосился на сына, робко озиравшегося по сторонам. — Давай купнемся, сынок! Мужчина сменил свои белые трусы на черные плавки и побежал к воде. Немного поплескавшись, он позвал Артема, но тот стоял как затравленный, стесняясь белизны своего тела и ярких трусиков в мелкую горошину. Борис Петрович усмехнулся и подумал, что сын по характеру весь в него нерешительный, по крайней мере в детстве. Тогда он выскочил из воды, подхватил сына мускулистыми руками и потащил в пенистые волны. Через секунду... Они задорно смеялись и дурачились в воде. Потом завтракали, похрустывая свежим огурцом и втягивая в себя освежающий помидор. Отец по-приятельски беседовал с сыном. «А ты хорошо держишься на воде. Для местной ребятни это первое дело. Рано поутру приходи вон к той бухточке и позагорай там». Артем послушал отца, и через пару дней его нельзя было узнать. Столичная белизна исчезла, и ее заменил шоколадный налет. Темкин отец потягивал черный кофе из термоса и курил Кент. Прошло несколько дней, и он уехал домой по делам. Обещал вернуться к концу месяца. Разлука на вокзале очень расстроила Артема. Тепличного мальчугана задумчивого и не очень компанейского. В доме не сиди, гуляй, купайся, а то зароешься в своей книге. И еще об одном прошу. Не ныряй, пожалуйста, с птичьей скалы. Это опасно. Тетка Артемки Анна была веселая, хоть и насмешница. Она варила вкуснейшие щи и вареники с вишнями. «Худенький ты у нас!» — посмеивалась она, причесывая по утрам племяшку. «Видать, Борька тебя совсем голодом заморил». Потом она вела мальчика в сад и угощала его лычой и абрикосами. Но больше всего Артему нравился паутинистый флигельный чердак, откуда все было видно, как на ладони. Именно с чердачного оконца наш герой — узрел местных мальчишек. Днем они пропадали на море, играли в дельфинов или представляли себя амфибиями, а по вечерам забирались в чужие сады. Особенно им приглянулась высокая шелковица, ствол которой был облеплен застывшими смолистыми трубочками. Словно полчища муравьев, они взбирались наверх, и, рассевшись на разлапистых ветках, наслаждались сладкой ягодой. После этих набегов их физиономии обретали синефиолетовую окраску, и теперь мальчишки напоминали отряд фантомасов. Артем сторонился их, не потому что они все драчуны и хвостуны, а просто не хотел с ними ни в чем соперничать, зная наперед, что проиграют. Ему не приходилось раньше лазать по деревьям, и вообще он боялся высоты, и собак тоже. Он наблюдал издали за ребятами на песчаном бугре, где они проводили свое время, разбившись на кучки. Кто-то возился с овчаркой, другие играли в камешки, а третьи ничего не делали или потихоньку баловались. Артемка подобрался поближе и, притаившись за скалой, с любопытством наблюдал за их проделками. Ему вдруг захотелось оказаться в этой шумной веселой гуще, а вскоре у него изменилось мнение об этой компании. В тот воскресный день Артем побрел изучать местность. Он все подмечал и даже напевал песенку без слов «Как славно устроен мир». Вот букашка сидит в прозрачном водяном пузыре. Зеленые волны бегут одна за другой, чтобы освежить его горячие пятки. Он вдыхал запах прибоя и дальних гор, прилетающих после дождя. А еще он нашел среди камешков большую раковину, приложил ее к уху и услышал мелодию морского ветра, о которой рассказывал отец. Мальчик пришел к тому месту, о котором говорил папа. Берег был пустынный, в послеполуденный час никого вокруг не было, и он решил искупаться. Все тело приятно обдало ветерком. Артем надумал освежиться, а затем понежиться на песочке. Было забавно под караулю волну высоко подпрыгивать и перекатываться на животе через гребень. Затем он ложился на большую волну, и она выносила его на берег вместе с разноцветными камешками. Наплескавшись вдоволь, Артем вышел из воды, и вдруг тишина нарушилась бешеным лаем. Откуда ни возьмись, появился лохматый пес. Он зарычал, обнажив острые клыки, а затем выкатил розовый язык и шмякнулся на землю, дожидаясь хозяина. Через минуту с высокого берега высыпала целая ватага мальчишек. Артем узнал кое-кого из тех, кто ел у его тетки шелковицу. Он только что вышел из моря и, стоя на берегу, вытирался полотенцем. Самый задиристый пацан съехидничал. — Ишь, какой неженка! Ты бы еще кроватку собой прихватил. Тут пошла потеха. Крики, свист, улюлюканье. Артем покраснел, не зная, что ответить. А тот лишь подливал масло в огонь. Клим, который заправлял всеми, хитро предложил. «А давай сыграем морские камешки. Правила простые. Подкидываешь камешек высоко вверх, а пока он летит, ты подхватываешь той же рукой другой камешек» а потом ловишь тот, который подкинул. А дальше, не выпуская два камешка, подбрасываешь третий, ну и так далее. Кто больше камешков удержит в кулаке, тот и выиграл. Клим хвастливо показал свою широкую ладонь. Затем глянул на девичью ладошку Артема и подметил. «Только мы на интерес не играем. Давай так. Проигравший угощает победителя и его друзей мороженым. — У меня на всех денег не хватит, — промямлил Тёма, но его никто не расслышал. Мальчишки только рассмеялись. Ловко придумал Климушка, как городского пижона проучить. Да только не знала местная братва, что этот городской маменькин сыночек учился жонглированию в школьной самодеятельности. Вскоре образовался круг, выбрали камешки помельче до да поглаже, и началось соперничество. Поначалу Клим лидировал. Пять камешков в ладони, и сейчас будет шестой. Но удача подвела его, и он никак не успевал подхватить земли этот заколдованный шестой. Зато Артем играл слаженно, без суеты, он подкидывал камешек на нужную высоту. И пока он кружил в воздухе, ловко подбирал пальцами следующий, не разжимая ладони, чтобы не растерять остальные. В итоге в его руке оказалось семь камешков. Победитель выпрямился, с ухмылкой поглядывая на бескуражных мальчишек, и задорно произнес «Я люблю крем-брюле» и фруктовые. Ишь, размечтался, зло прошипел Клим и попытался натравить на Артема собаку. Джульбарс отчаянно лаял, однако не собирался нападать, а затем, став на задние лапы, оперся передними на его грудь и лизнул в щеку. Клим прикрикнул на него, и Джульбарс виновато завилял хвостом. Кто-то предложил притопить тёмки на полотенце, а заодно его одежду. Один из мальчишек подскочил к его вещам и стал запихивать в карманы штанов камни. Джульбар спрыгал возле ребят и отчаянно лаял, то ли от негодования, то ли разделяя общее веселье. В это время раздался громкий свист. Мальчишки все разом повернулись в ту сторону по берегу самой воды брела другая компания, и среди них выделялся один подросток. Высокий, гибкий, покрытый ровным загаром, с копной белых волос и парой изумительно синих глаз, сливающихся с морем. Это был альбатрос. Только он умел так свистеть, пронзительно и звонкое. Ребята из компании Клима небрежно ответили на приветствие. Подросток глянул на растерянного Артема, затем перевел взгляд на мальчишку, который сидел возле его одежды, и все понял. «Опять измываетесь над слабыми?» — строго спросил Альбатрос. Ехидный Клим, будто не расслышав тех слов, ухмыльнулся. «Жарко сегодня. Искупнуться, что ли, Давай купнемся, согласился альбатрос. А может, на перегонки? Альбатрос отобрал шорты, высыпал из них гальку и отдал Теме, а потом добавил, можно и на перегонки. А условия такие. Проигравший утопит свою одежду. Самолично. Думаю, это будет справедливо. Море напоминало громадную синюю чашу. Горизонт далеко-далеко, видны самые дальние корабли. Они словно поднимаются над водой и медленно тают в прозрачном воздухе. А чайки подлетают к самому Солнцу и тоже пропадают, словно испаряются, коснувшись его. Далеко в воде две головы, в виде черных точек. То показывались на гребнях, то исчезали между волнами. Все взоры были устремлены на отчаянных пловцов. Клим ни в чем не хотел уступать от батросу. Он давно сколотил свою компанию и не давал проходу своим соперникам. Они до изнеможения гоняли по полю, не щадя рваные кеды, и забивали друг другу ворота мечи, применяя недозволенные приемы. Они жадно поедали недозрелые яблоки, чтобы ничего не досталось другим, и были готовы устроить взрослые разборки, поделив территорию на участки. Стоило кому-то пересечь границу, начиналась настоящая война, в которой мальчишки сцеплялись между собой и, вспоминая обиды, дрались до первой крови. В отличие от злобного клима, Федька, которого друзья прозвали Альбатросом, за белую чуприну, слыл миролюбивым и справедливым вожаком. А между тем соперничество в море продолжалось. Ребята, наблюдавшие за поединком, охали, вскриковали и тяжело вздыхали, нахваливая своих предводителей. Действительно, оба соперника плыли хорошо, подгоняемые попутной волной уже совсем близко. Еще несколько взмахов, и они доберутся до заветного буйка. Один из мальчиков вырвался вперед, и, что было с силой, устремился к цели. Их головы круглыми поплавками запрыгли на волнах, и всем было видно, что Клим порядочно отстал. Он плыл тяжело и неуверенно, в то время как Альбатрос скользил по воде, подобно дельфину. Назад возвращались долго, и казалось, что Клим был готов утонуть от бессилия и стыда. Его желтые выпученные глаза стали похожи на большие янтарные бусины. Он выбрался на берег, жалкий и подавленный, долго кашлял, поджимая живот, и фыркал, выдувая воду из носоглотки под насмешливые взгляды альбатросовцев, Клим рухнул на горячую гальку и хрипло проворчал своим «Чёртово море! Чёртов Федька! Плавает, как акула!» Мальчишки обступили горе пловца и были не прочь позубоскалить. Клим сгреб свою одежду и готов был закинуть ее в воду. Но, видимо, благородному альбатросу не хотелось в конец позорить вожака перед его стаей. «Ладно, будет с тебя. Только смотри, Клим, более не задирайся». Отныне ватага Альбатроса была вольна ходить, где им вздумается. А потом Федька взял Артема под свою защиту. Ребята окружили его со всех сторон и начали подбадривать. «Ты, главное, не расслабляйся и держись нас». Все знали, что Клим будет мстить. Для начала, чтобы закрепить дружбу, Артем привел ребят в теткин сад, где они до отвала наелись черешни. Благодарные пацаны делились с ним своими секретами, научили ловить бычков и потом выпекать их на костре. Все вместе они подолгу бродили вдоль моря. Когда оно стихло и ушло в свои пределы, обнажив широкую, синим отливом полосу песка, волны выбрасывали свои дары. Песок здесь был влажный и такой твердый, что на нем не отпечатывался даже след, и был весь усеян зелено-голубыми камнями и гладкими округлыми стекляшками, похожими на прозрачные сладкие леденцы. У Тёмки глаза разбегались от этой красоты. Федька подошел к нему и вручил блестящий янтарь, а потом в полголоса произнес «А хочешь увидеть птичью скалу?» Она была под запретом. Артем помнил наставление отца, но сейчас он решился на отчаянный поступок. Перед ним стоял альбатрос, настоящее морское божество, и городской мальчик не мог перед ним спасовать и оказаться трусом. Старая легенда рассказывала о том, что на вершине этой скалы жила огромная птица и никого не подпускала к своему гнезду. Непрошенных гостей она топила в море, повисая над ними в воздухе и хлопая широкими крыльями и набегавшие волны, подвластные ей, силой бросали о каменную стену тех, кто ухитрялся нырять, и они всей грудью ударялись о прибрежные острые скалы. Поэтому местные мальчишки предпочитали взбираться лучше на густые орешники, обходя стороной проклятое место. Дом, где жил Артемка со своей теткой, стоял у подножия горы. С одной стороны он был похож на кособокую мечеть, а с другой — на греческий храм. Были здесь мансарды и подобие мавританских галерей. Такое построение привлекало курортников своей необычной фантастичностью. Вокруг него тесно росли кусты и деревья, пестрели цветы. И несмотря на то, что к морю нужно было спускаться по крутой тропинке не меньше трех километров, от квартирантов не было отбоя. Ночь стекала с гор, наполняя улицы запахом хвои и горького миндаля. Темка спал возле окна, и никакое солнце не могло его разбудить. Впрочем, оно вскоре спряталось за косматыми тучами, заморосил июльский дождик, и мальчик с просонок подумал, что поход на скалу сегодня отменяется. От этого он ощутил смешанные чувства, облегчение и грусти. Говорят, что людям часто снится то, о чем они мечтают. А Артемке приснился белокурый подросток, который однажды помог ему в трудную минуту. Этот призрак вынырнул из ночных сумерек, и легко перемахнул через узенькое окошко, даже не задев теткин вазон с цветами. Утро было в разгаре, и тут, сквозь сон, Артем почувствовал, как кто-то тормошит его за плечо, уже наяву. «Вставай! Хватит дрыхнуть!» Темка дрыгнул ногой, но не рассердился. Он продолжал дремать. Потом открыл глаза и увидел над собой — силуэт альбатроса. Было еще утро, когда мальчики сбегали по тропке, ведущей к морю. Вьющаяся влажная трава приятно хлистала по пяткам, низовье было покрыто утренним туманом, до да одурения чистый воздух пьянил, а моросящий теплый дождик умывал их лица и придавал бодрости перед предстоящим путешествием. Спуск заканчивался, ореховая заросль тут редела и расступалась, открывая вид на бухту. Огромное серьезное море простиралось до горизонта водой, они пошли в сторону моря и вскоре оказались возле мрачной скалы, погруженной в морскую пучину. Из глубины торчали острые ослизлые камни, похожие на клыки великана, и в них тараном било темное с черниным оттенком море. Мальчики зашли в воду, она была удивительно теплой и спокойной. Туман придавал этим событиям щемящую таинственность. Темка боялся потерять из виду альбатроса, поглядывая на его белокурый затылок, служивший маяком. Когда вода скрыла бедра и добралась до груди, мальчики легко оттолкнулись от дна и поплыли вдоль скалы. Необычно легкая прозрачная вода держала их тела на поверхности. Медленными разводами рук они осторожно скользили, минуя выпуклые валуны, испещренные от времени ветров многочисленными выемками. Они напоминали птичьи гнезда. Через какое-то время ребята сделали короткий отдых, едва касаясь ногами гигантских подводных камней, покрытых водорослями. Потом поплыли дальше, пока не добрались до небольшого грота. Здесь море становилось неспокойным, волны закатывались в тесный узкий грот и шумом разбивались о глухую стену. Теперь... Мальчишкам предстояло взобраться на эту скалу. Артем посмотрел вверх. Ему показалось, что какая-то птица, распластав недвижные каменелые крылья, медленно, кругами, падала в бездну. Были минуты слабости, когда ему хотелось вернуться назад и никогда больше не заходить в море. Голос Альбатроса вывел его из раздумий. Тот, кто заберется на вершину, сможет потом преодолеть любые преграды в жизни. Так говорит мой отец. А мой отец запретил сюда приходить. Но, думаю, он похвалит меня за то, что я не струсил. «Значит, лезем», — весело подмигнул Федька и серьезно добавил. «Главное, не торопись и не смотри вниз». Прощупывая пальцами рук и ног, каждую выемку в скалах, они шаг за шагом поднимались вверх. Неосторожное движение могло привести к непоправимой беде. Ноги быстро уставали от крутого подъема. И тогда мальчики замирали, отдыхая в непривычных позах. Колянки дрожали, а тело казалось дубовым и непослушным. Но назад пути уже не было. Темка на секунду глянул вниз и почувствовал легкое головокружение. «Вперед! Только вперед!» – прошептал он. Мальчик старался не думать о высоте и лишь изредка косился на альбатроса, взбирающегося напротив него завидной сноровкой и легкостью. Выше был каменный откос, и он терял свою вертикальность, постепенно переходя в горизонтальное положение. Это упрощало задачу. Среди камней стали пробиваться кустики. Пробуя их на прочность, мальчики цепко хватали за эту растительность, подтягиваясь на руках, когда под ногами не оказывалось ни малейших выступов. Оставалось преодолеть последнее препятствие и взобраться на плоскую поверхность. Для этого нужно поднатужиться – но сил у Темки уже не оставалось. Неожиданно сверху кто-то протянул ему руку, и он увидел над собой статную фигуру альбатроса. Это показалось Артему настолько надежным, что он без колебаний доверил Федьке свою жизнь. И вот, наконец-то, мальчики оказались на каменистом выступе, нависшем над пропастью, откуда только что выбрались на эту высоту. Справа и слева вздымались отроги гор, а под ними зияла бездна, в которой тонул взгляд. Жутко было представить весь этот проделанный путь по выступам скалы. Теперь мальчики чувствовали прилив торжества от сознания победы над страхом. Они закричали звонкими мальчишескими голосами, и каменные спалины ответили им, глухим эхом. Но через какое-то время Артем ощутил знакомое чувство робости. Отец часто корил его за это. Рядом с ним стоял коренастый подросток с удивительно правильными чертами лица, напоминая монумент величия, дружбы. Но Темке показалось, что он недостоин такой чести. Уж очень они были разными. Городской Рохля и отважный богатырь из приморского поселка. Чтобы превосходство альбатроса над Артемом больше не одолевало его, мальчик похвастал своими акробатическими способностями. «Я в цирке мечтаю работать», — сказал Тема, выделывая всякие трюки, прыжки и сальто. В завершении этого представления Темка прошелся на руках. Альбатрос не переставал удивляться — ты настоящий циркач, и любые горы тебе чем, заметил он. «А я все-таки чуточку боялся», — признался Тема. «Все думал, вдруг сорвусь». «Да, без страховки никак нельзя. Отец наругал бы меня». «А как мы назад вернемся?» — всполошился Артем. «Сиганем в воду со скалы». «Высоковато». «Ну, тогда пошли искать путь в обход», Бодро сказал Альбатрос. Начинала вечереть, и бледная луна уже заняла небо, не дожидаясь темноты. Вдали растворялись виноградники, сады и рощи. Свежеморской воздух смешивался запахом хвои и спелого винограда. Это вселяло необъятную радость детства, когда впереди была долгая и счастливая жизнь. Вскоре мальчики набрели на небольшую пещерку и решили ее разведать. Здесь было таинственно и влажно. Разжечь бы костер, да спичек нет. Чего-нибудь пожевать, да харчей взять негде. Вверху что-то зашуршало, и Артем невольно вздрогнул. Но, ну, не боись. Возможно, нам придется заночевать здесь. — деловито произнес Альбатрос. В полумраке мальчикам казалось, что они попали в каменный век. — Это летучие мыши, — успокоил Альбатрос. Изредно устав, ребята присели, отыскав местечко поуютней, где рос мягкий мох. Сперва они вспоминали любимые песни и напевали, как могли. Но никак не удавалось отделаться от напряженного состояния, и в голову лезли древние легенды, связанные с пещерами. Одна страшнее другой. Темка тщетно гнал от себя эти мысли. Не исключено, что здесь где-то бродят разные призраки. Он читал, что они имеют смутно-человеческий облик, и что они худые, черные и безликие. Кожа у них гладкая, и резиновая. На голове пара рогов, когтистые руки и длинный зазубренный хвост, которым они щекочут своих жертв, заставляя их подчиняться. Вскоре усталость взяла верх, и Артем погрузился в глубокий сон. В эту ночь романтичного Тему не посещали сновидения. Так прошла короткая южная ночь, а на рассвете мальчики бодрые и отдохнувшие отправились в путь. Все вокруг было знакомо и незнакомо. Ребята, кажется, заблудились, оказавшись вскоре на прежнем месте, откуда начали вчерашний подъем на скалу. — Похоже, и впрямь придется прыгать, — полушутливо сказал Альбатрос. — Нас уже подихватились в поселке. Федька часто уходила из дому, пропадая на ночной рыбалке. А вот Тёмина тетка, наверное, и вправду всполошилась. И, возможно, позвонила отцу. Пока мальчики сидели в раздумье, сзади к ним кто-то тихонько подкрался. И послышался чей-то ехидный смешок. Оглянувшись, они увидели перед собой Клима. Теперь настало его время ликовать. И он насмешливо глядел на них и лыбился. В эту минуту Клим напоминал ту хищную птицу, о которой тайком перешептывались даже самые отважные пацаны в поселке. Казалось, что злобный Клим сейчас замашет крыльями, взовется вверх и своим диким смехом разбудит каменных исполинов. От него всего можно было ожидать. Несмотря на договор, Клим продолжал верховодить на берегу. Но теперь он цеплялся к малышам и девчонкам, ловил их в веревочные селки, закатывал им волосы-колючки, а еще во время купания натравливал на них своего джульбарса, где твара с визгом выскакивала из воды, будто в море появились полчища акул. Что же теперь задумал этот стервец? Странное дело, но с появлением Клима Погода мерзким образом испортилась. Набежали тучи, поднялся ветер, и море разволновалось. «Хе, начитали сказочек, да? Думаете, вы самые крутые?» — злорадствовал он багровее. «Ты как здесь оказался?» — спокойно спросил Альбатрос. «А я оказался умнее вас и нашел дорогу в обход», — хитро ответил Клим он действительно стоял рядышком с ними и этому хлюпику не пришлось карабкаться на крутую прибрежную скалу только я один знаю эту тропку похвастался он дорогу покажешь с сомнением спросил альбатрос клим тупо молчал он не умел прощать обид и унижений не торопитесь сперва покажите мне свою хваленную храбрость. — Ты к чему клонишь? Клим сощурил хитрые глазки, которые прятались под выгоревшими от солнца бровями и ресницами, и расплылся в слащавой улыбке. — В легенде говорится, что самый смелый тот, кто спрыгнет вниз со скалы. — Врешь, Клим, не было такой легенды. — А, сдрифил. — а твой дружок и вовсе замочил штанишки, обрадовался завислого мальчишка. Однако его ликование было недолгим. Артем вдруг неожиданно для себя принял безрассудное решение. Отбежав в сторону, он сделал сильный разбег и, закрыв глаза, бросился вниз, поджав ноги. Клим и Федька подбежали к краю обрыва, вглядываясь в черные водяные круги. Фух, через секунду показалась Тёмкина голова, и он забарахтался, как собачонка. Федька облегченно вздохнул и затем накинулся с кулаками на обескураженного Клима. — Это подло, подло, то, что ты сейчас сделал! — кричал Альбатрос. — Ведь он мог разбиться! Затем, собравшись с духом, отважный подросток прыгнул вслед за Артемом и плавно нырнул в воду. По дороге домой Федька рассказал Теме прошлогоднюю историю, как в последний день отпуска с этой самой скалы прыгнул один отдыхающий. Он был спортивного телосложения и отлично плавал, но так и не успел научить плавать своего сынишку. А тебе вчера повезло, сказал альбатрос с пониманием дела. В том месте много острых подводных камней. А что было с тем дяденькой? Поинтересовался Артем. А, его доставили рейсовым вертолетом в областную больницу. Жизнь спасли, но он остался калекой. Тема вдруг вспомнил о своем отце. До приезда оставалось два дня, и он непременно расскажет ему о том, что с ним приключилось». Потом мальчик виновато покосился на Федьку и озабоченно подметил. «Ты ведь тоже мог разбиться?» «Мог, конечно», — подтвердил Альбатрос. «Но я никогда не оставляю друзей в беде и в одиночестве». На этой счастливой ноте можно было и завершить романтическую историю о настоящей дружбе. Но я хочу добавить, что мальчишеские фантазии — так же неуемный, как и человеческая мечта. На следующий день мальчики не спустились к морю, а забрались на высокую гору, где кончались поселения. внизу просматривались черепичные крыши, а вокруг просторное пастбище. Ребята рассчитывали разглядеть вечерней порой огни босфора. а заодно артемка надеялся увидеть своего отца, возвращающегося из города. В финале рассказа дам вам небольшое разъяснение. Федька Альбатрос был сыном Глеба, с которым дружил и восхищался отец Артемки в детстве.